Ну, Это не может, все что-то он умеют не делать. автоматом хилит, да? Это Т5 хилит Он будет автоматом. С Т5 автоматом. Ну, я просто Пандария играла престом, поэтому Но если смотрю. ты задонишь мне Т5 Я фул, проигралась. то я буду ставить специально для тебя. Все готовы, отчет Нет, на пол. спасибо. Ах ты хитрый джукотский парень. Ну может мне лучше Т5 задонить? Бесконтрольно. Зря дракончику дал блайнд, потому что сейчас он перейдет на хилов. Нам не Морзарк. надо. По хил рейдам. Задума, смотрим. Если локовский звездопад будет, тыкаем. Фактуру писали. Ливень, вышли. Теряем. Шерпы стула взял. Ну, все украл. Вообще там подлец. Готовимся. Кидываем. Демон из контроля вышел за... Да, я вижу. Если вы да, это хуйня. Не лишний черт. Там манус через жопа. Без ретрик. Без ретрик. Ох, хорошо, когда нет маны. Прохиливаем. Шарпестол себя прохиль. Я духа повесил, тихо. Все нормально. Что-то ты... Все просчитано. С ливня уходим. С ливня ушли. Мне кажется, на следующий надо будет Дима. Сейчас обьется сразу он, нет? На следующем этаж. О, я или Шар? Ну, давай, ты потом Шар. Давай, 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 Дим. Даю, 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 даю. Меня захилит. С турбо. Здесь пока что нет. Дам гимн на ману. Не знаю, бейте активнее. Нет. Турбо, турбо, ага. Не бейте, потому что мана срывается. Шарп сейчас. Гейм на хп шарпа быстрее. Даю. Угу, отлично, уроги. Блайнду готовимся. Ну сейчас нужен какой-то сейв. Нет сейва. За я без мана. Хила, турбо, за контроль. Собак вызывает.
Блять, хуёво. Не контроль. У меня еще есть гимн на мана. Давай, давай. Дал. Все, я без... Так, вроде. Отлично. Так, где там эта хуйня, блядь? Значит, вон, сейчас дам индер этому старю. Давай. Сидите на круг. Да погоди, я не могу. Блядь, чё? Самого мало, на ноль. Все, не, это вайп. Нахуй. Нет, нихуя не вайп. Давай. Я сильно что-нибудь. А, я сдох. Прям, но мы без маны. Прохиливайте, Вайда. 15% у нас ДПС под не хватает нахуй. 63к. Я, блядь, говно хил, блядь. Короче. Это же под сопротами, да? Че там, дамаг от тьмы? Аура стояла? Ауру, блядь, я сосредоточение ставил. Тупо вас можно было прохилить. Там Пчелкин просит, чтоб добавили его. Пока что не в то время. Короче, вышел просто хил с контроля и попал под морг. Вот и все. И захилил босса. Вот это вся была проблема. Да, ну, он там хилит, это не особо. Да хрена хилит, по 2%. Ну вот костов там до хрени еще было, почитай. Я предлагаю держать босса подальше. Ну, отводи сразу ко второй колонии проблему. Проблема только будет бегать, контролить. О, блядь, не загрел трэш. Ну, вы станьте так, чтобы между контролем... Ну, если что, демон тут бежит, не беспокойся. Вы должны захиливать людей без гимна на ХП первое время. И только под конец, когда уже 10-15% ХП у босса, начинать отдавать эти гимны. Как вы хилите? Надо посмотреть, как вы хилите. А я хорошо хилю. Видишь, просто прикол в том, то что сейва нету, нет ни ШП, ни паладина, который бьет ману еще. Давай. Нет тема. Ну просто надо посмотреть, как они хилят. Избыточное исцеление. Старайтесь хилить бурстом тогда, когда проходит много дамага. Когда его проходит немного, то хильте экономно. Например, первые духовные стрелы захиливаются кругами исцеления. Вас двое. Когда уже пол хп босса снесем, уже обязательно нужно будет кидать обновление. На себя кидаете, на турбу, на рогу, на лока обязательно. Остальные пожирнее. Они не сдохнут так сразу. Плюс ко всему. Я не сдохну, потому что у меня есть зеленка, у меня есть незыблемость, у меня есть кровь вампира. Давай, Чук. Давай в этого. Челкин зашел к нам. Да, я здесь. Где ты там? Плюс они в ге. Все нашел. Шкаф оставь за дом. Че ты хочешь шкаф поменять? С дома. 4 хила, что ли? Свиноволк, зайди обратно. А, он хилит, а ты в ретрика? Да.
плюс будет мана у хилов. Ну, мана очень жестко сейчас заканчивалась. Так, соответственно. Хилы. Давай, зато. Два хули. Ты шкаф поставил? Вы призываете собаку, когда уже минута там боя, ну 30 секунд придет, уже первые стрелы придут, сразу вызываете собаку. 60%. Вой, ты знаешь, сколько она кдэшится? Сколько, расскажи. 5 минут. Ну так она откдэшится к концу. Ну так она когда откдэшится? Нифига она не откдэшится. Так, смысл мне ее вызывать 5 команд себе? Да, надо вызывать обязательно. Ну а регенин примерно 10к где-то, 9-10. Да нифига она не 10, она регенин 20к роман. Успокоились. А, Чёлкин. У тебя 1800 стамина анбаф. Еще раз объясни. Без бафов у тебя сколько стамина? Вот прям сейчас. Выносливость. Выносливость. Вот у меня больше нет таких бафов на мне, смотри. Ну, смотри у себя в основных характеристиках, сколько у тебя стамина. 1800? Секунду. Выносливость. 1358. Сколько усилков? У тебя сколько усилков? Там мало. Сколько очков доблести? Чёлкин, сколько у тебя очков усиления? Тут нет. А, это у меня на интеллект вбито. Сколько у тебя сколько? Очков усиления? 84. 84 на 3, 240. Блять, мало. Сколько у тебя очков доблести? Доблести 13 тысяч. Иди покупай проживевший костяной ключ на танка и одевай. Да. Нет, купи кучу зефиритов, я сделаю. Купи кучу зефирит, да, ты удали персонажа. Али, хуйню не говори, пожалуйста. Купи этот, портуйся в Долоран. Поставлю. Просто ключ. Вбрасывай все усилки на стамину и ключ. То есть не выносил забиться, да? Да. Хорошо, сейчас сделаю. Сколько у него будет? Блять, у меня сейчас 30-ка, сука, хуёво, мало. Ну, посмотрим сейчас. Ну, ключ оденет там. Перебьет. Да, не то, что ключ. Не знаю. Смотрим. Скорее всего, пару камней надо. Да, поглядим. Если будет 1780, то будет нормально ход. Я сейчас даже посчитаю. В 1670 нужно 3 камня на 45 стамы. Ровно 3 камня по 45 надо будет перекидывать. Да посмотрим. Я уже посчитал, 1805 будет. Так, покупаю ключ. Ну заметь, сейчас луну с драконом буду контролить я, так что нормально, чё. Да, дракона не надо контролить, тут звезда опасная и луна с трусами, всё. А дракон будет в миле заливаться, чём. Ну хорошо, чё тогда луну буду хуярить, похуй. Как раз муж буря. Я сейчас 4Т4, 2Т4 пойду. Да, дисконт, да. Короче, потом Пчелкин мне скажешь после дискона, сколько у тебя будет стамины с ключом и с усилками вбитой на вынос. Хорошо. Потому что на для этого инста 1800 стамин анбаф. 1670 будет у него. 1670, да ладно, нормально. Ушел, он ДЦшник еще не нужен. Нет. Пока что нет. Слушай, могу я выйти, он зайдет на ДЦшника и будет побольше немножко. Пока что нет. Мы сейчас убьем Малокраса,
Только потом я буду менять людей. Ну что, посмотрим. Слишком долго здесь сиди, блядь. Ну, перерыв есть 2 минуты? Ну, пока этот, как, не зайдет. Я, короче, если буду нужен, это я вот в нижнюю комнату спрыгну. Кого сегодня зайдет Сахар на Хабиба? Не знаю. От меня пытаешься везде, блядь, 50. Там левый КФ стоит его. Эй, ментай, покажи прибыль. Прибыль пополам поделим. У вас тоже просто установка соединения? Я уже там играл. У меня, короче, ошибка подключения, пожалуйста, попробуй подключиться позже. Если мы поставим, получаете сообщение, то да, у всех такая. Я правильно. Я покажу, что лежит на пике. О, обнова пришла. Заходит, походу. Какой-то обнову. А он тебя обновить, а? Сейчас бы я обнов, ошибки приеду. Нет, у меня обновлен. А у меня тоже обновлен, сейчас будет еще одна какая-то. Ошибки приеду, я не скопаю. 102.
Чего не говоришь? Если он тебе уже показывает... Долпин, давай заходи. Возможно. Говорю, царь, покажи, а Лиси уже. Уже? Одна главная змею свою расчекай, давай. Слушайте, 1604 с ключом же, усилки еще поставлю. Усилки давай, ставь. Тысяча семьсот. Сколько? Секунду. Уже 1800 есть. Вот 1800 есть, да, хватит. Остальное выйдет. 1800. Один, а если здесь случай сделать, что будет? Меньше? Да, секунду. 1608. Мы тебя самороны. Давай, принимай пока. Outstanding. У тебя кулаки вкачаны? Локи нет. Нет. Сансунга. Я тебя поздравляю. Скорпионом. Ой, играешь или... Я... Короче, в сеговский нет. Сеговский Mortal Kombat 2. А, ну второй это залупа. Вот третий это сила. Да, сила, ультиматум. Сила. Классно. Извинись. Блин, извинись, какая быстро. Змея классная. Ну, ну прекрати, ну не, не при всех. Царь, ты чё? Ты чё, уже отцепил от себя? Подарил ей? Просто в руку положи. Пускай подержит. Что-то тяжелое. Так, пчелки, аккуратно, там трэш не сагри. Держу. Рыбу кушаем, обмен звезде кинь. Чё, сколько у тебя стабильно? 1854. Так, тебе понадобится саппорт. Саппорт, если закончится, скажешь. Хорошо. Далее. Бафы, по бафам, кулаки МП 5 раз давай. Есть полипауэр? Есть. Вот товарищи, у нас мобы поменялись. Сейчас, погоди. Охуенно. Так, Пчелкин. Ой, две нежити. И два гуманоида. Пять. Кайф. Турга можно АОЕ бить, а эту дуру надо опять. Все, я тебя разбафал. Так. Всех отойду. Турга можно бить, эту звезду контролишь. Эти двое на мне. А мы можем контролить с царем. А. Они не жить. Одного контрольте. К
кого хотите. Слышишь, Тём, мобы полегче. Смотри, мобы сейчас полегче. Давай, может, царя тогда в ШП спикнем. Да пусть так же. Пусть так же. Соответственно, давай. Луну контролю я. Я туда. Твоя печенька. Звезда Турбо. Двоих ты держишь. Значит, что ты бафаешь, Пчелкин? Он кулачки МП5. Пожалуйста. На медведя кулак. Секунду, сейчас. Будет. Так, дальше. Соответственно, у меня тьма, у тебя сосредоточение. Все заебись. Далее, по тактике босса, Пчелкин. Захиливаешь Вайда, соответственно, босс будет кровать из какого? У рандомного человека в рейде. Как 3 скилла. Самые такие опасные — это с ДК ворует лужу. С лужи может кинуться в РДД, может кинуться в миди зону. Соответственно, с нее надо быстро выбежать, иначе дамажит по 11к в секунду. Это раз. Второе, паловская лужа. Если будешь стоять под боссом, соответственно, тебе надо выбежать. Она кастуется только под боссом. Далее, локов у нас нету. Сроги. Так, ослепление, blind, если играл еще на английском. Блин, blind. Как будет удобней. Соответственно, кидает на 9 секунд дезориентацию. Может кинуть, то есть не запариваясь. С пристов он может сорвать фир и mind control. Если что, как... нажимаешь бабл. Так, по остальные они не особо... То есть тебе надо захилить и этот, как... И да, босс будет в раз в несколько секунд кастовать АОЕ каст и воровать у нас у каждого рандомного... Ну, у каждого из рейда по 1% дамага. Соответственно, накапливать у себя 10% дамага по рейду. Я контролю эту фигню месяц, да? Месяц контролю я. А я печеньку. Шерпестул печеньку. Я этот... Или можете поконтролить, а я контрольную звезду. Чтоб турбо бил. Секунду, царь, тебе камень синий какой сделать? Так, печеньку, печеньку, царь. Печеньку, шерпестул, луну, царь. Я помогу звезду законтролить. Если луна падет, соответственно, или печенька, я помогу законтролить. Далее, по тактике, соответственно, тебе захилить и бьешь его под сапротами. Остальные. Закончились фласки сапрота, пьем новую. Есть или нету? Есть. Нету? Обмен за сделку. Ну что, 8 минут осталось. Обмен за сделку кидаем? За 9 минут. Нет. У меня еще 2 лежит. Давайте, обмен, кого нету сапротов, быстрее только. За 12. За 12 убьем. А в комбате можно пить сапроты? Да. Окей. Еще кому-то надо? Остальных всех есть, да? Чек на готовность. Сэр, ты левого контролишь, в курсе? А, что? Нет, а че? Месяц контролишь. Сэр, ты луну контролишь. О, блядь. Если что, Тёма на подстраховке. Да, если что, я страхану. Так. Все готовы? Или нет? Еще раз чек дам. Уматума готов? Да. Все готовы? Счет на пол. Турбо, не контроль. Забери второго. Второго забери. Угу. Далеко. А, там черви ваши, здравствуйте, с бомжами сбивают. Все, понятно. Я контролил, ну. Турбо контроль звезду. Прохиливаем, блядь. Так, своровал с ДК. Аккуратно, готовимся. Слушай, убегайте. Боже!
Нормально, он зачем? Боже! Сука. С приста. Нормально все. Войт, если что, ведешь в обратную сторону. Да ладно, 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 я контроля здесь нету уже. А не, вон побежал. Так, все дал. Дал мастер. Так, видел, сколько я даю ДПС без них, все не меня. Лишний флот нахуй убрали. Или вы забыли, что на боссе, блядь? С Морфиса. Блайнд диспелится? Нет. Блядь, сейчас. Успел. Хилл рейда. Царя, отлично. Меня. Кого старя? Да я видел. Больше он ворует только на этом, на косте. Прохил рейда. Сроги, отлично. Войт, если будет на минус хил дебаф, я скажешь, блин, могу прослакать. Я сгинул. Блин, бросей, давай, гим, царь. Моп. Все, заебись. У паладина. Рейнджу набрали, милишники, максимальный рейндж. И бьем. Видите, как стоит Мидвей? Звезда. Жаль. Вышли. Я предупреждал, блядь. Отводи дальше. Нормально, нормально, долить. Хорош. Это сейчас гим надо. Я вышел, я сдох. Шар, слышишь? Слышишь. Хилл рейда шарпи, ты ж гим. Так, Вайда, все. Добиваем. Там Морфис, она еще дамажит в РНЖ. То есть, надо чуть-чуть подальше убегать. А так нормально. Я вот не знаю, вы все орете у меня билд где? Реснули. О, маста. Лу. Нужна она тебе? Да, конечно. Ну, голову кинь там, мердеру заберу. Голова нужна? Ну, если там пацанам не надо.
Давай я дружину. Или магом кем? Нет, ДКшником. ДК это больше бомжей. ДК, Шарпи. ДК идешь. Шарпи. Видишь, что? В чем различие? Наш, у моего билда от твоего. Но обновление. Вот и ХПС еще раз посмотри, я на 500к на больше на тебя накидывал. Да, не кидал. Я вообще обновление не кидал. Ну поэтому у тебя и ты херовый, у тебя билд, ты без обновлений играешь, и поэтому ты на таких боссах, когда не будешь ХПС нормально. Не, в смысле, у меня есть обновление. Как да, я просто его не использую. Давайте. Войд. Добегай. Давай, Агри. Слышишь? Тём, там Серега хотел квест сделать. Какой? Места для лока будут потаскать. А у него нет, что ли? Да нету. Квест. Народ, а ключ снимать или с ним сейчас всем бегать? С ним ты бегаешь здесь с ним. 1800 стамина. Внимание, тебе надо 1800 вообще. Я понял. Пока что нету. Раз. Два РДД. Да хуя. Нормально похилил на боссе, садят? Нормально. Там кому-то место надо, давайте я. Нет. Нужен ШП. А, мне ШП. Это они вы захилите вдвоем? Ну, должны. Ну, ладно. Бля, черевогнешь. Сколько у нас на мой лолкарасе было? 75. Хузин, посмотрим. Так, по тактике все меня слышат, соответственно. Дальше. Босса 5 фаз. Каждая фаза это 20%. Надеюсь, понятно. На первой фазе босс кидает рандомного человека дротик. Он жестко дымажит, пока вы его не прохилите на пол. Надеюсь, понятно. То есть любую метку вы должны прохиливать на фул. Далее, анонсироваться этого не будет, следите сами. На кого, чего, дротик, это вы уже должны сами определяться. Дальше. Милишники, для вас. Босс будет кастовать вихрь. От вихря вы должны отбежать. Отбежали, подбежали, опять босс убьем. По тактике это все. Босс на первой фазе танчится вот здесь. Это я сейчас ее метку уберу. Зиклу, дальше. Варом, Зазовом. Заходи. А, бля, ну заходи, хуй с ним. Там кто-то потанчит, Алис или кто. Давай, заходи. Дальше. Вторая фаза. Начинается на 80, когда мы доведем. Он там, каждую фазу, когда мы будем переводить, он сбрасывает огрот, что следим за этим. Дальше. Соответственно, вторая фаза. Босс ставится вот сюда. Далее. Тут. Шарпистол. Или царь. Ваша задача будет продиспелить. Это для вас. Все, остальное на второй фазе. Дебаф будет вешаться на всех. Дебаф калечения. Будет вешаться на 6 секунд. Соответственно, за 6 секунд вы не продиспеливаете, уходят в паралич люди, которых вы не продиспелили на 3 секунды. Это потери дисплея. Маз диспел работает? Да, маз диспел, мы его и надо диспелить. Все, окей. Соответственно, по тактике на вторую фазу это все. Доводим до 61% хп. Кто у нас будет бегать? Кто будет бегать? Вы? Да. Танк кто? Да, думаешь танк? Нет. Ну, танк будет отбивать. Танк будет отбивать. Или как вы отбиваете? Глыбой?
Глыбы, зеленки ДК прожимают, все бэдут, эту и отбиваем. Соответственно, ребята, все остальные. Блять, а че вы? Не в кресте, а куда вы бежите на третьей фате? В левый угол. Какой? Ну, дальний, который. Вот эти, по-моему. Где Шарпестова? Не, какой? Блять. На ассиста. Ебаный. Вот где вы стоите все, вот сюда. Зачем? На самом деле без разницы в какой угол. Там погоди. Ну, ты чё, дом... заходишь или ты будешь танчить? Я он плюсанул зашел. Тебя. Тём, он плюсанул. Сейчас мы здесь друида. Так. Давай, Алиса, будешь танчить. Дима, анхоли стойку. И отбегаешь вот сюда. Я сумоню. Ну, я покажу. Соответственно, Алиса, на 61% все забегают вот сюда в угол. Алиса, как по старой схеме? Все забегают вот сюда в угол. Где, блядь, сейчас стоит жезда? Засумонили. Вару передашь. Алиса, соответственно, вот сюда, этот, как его, чуть-чуть дальше нас выбегает. Она отбивает все вихри. Мы стоим все в углу. Все прожимаем сейф обилки, когда я скажу. Соответственно, Дима будет бегать, водить вихерки. Это будет уже третья фаза. На 61 забегаете вот сюда, и когда будет 60%, вы сейвитесь. Потому что босс телепортанется на 60% в центр, будет такой орел. Соответственно, где его убили, предыдущую форму, пойдут 4 вихря. Дальше. Соответственно, для чего мы так делаем? Каждый ваш магический каст на третьей фазе наносит вам 5к дамага. Надеюсь, понятно. Как его... Бля, сейчас укурю. Босс стоит в центре. Если вихри не отбить от нас, соответственно, как его, не увести его на человека, который будет бегать, они будут, во-первых, откидывать, наносить дамаг. И плюс, если прохиливать, каждый магический каст будет наносить им 5к дамага. Надеюсь, понятно. Соответственно, дальше. Когда ветерки отбились, микстурка будет бегать вот по такой траектории. То есть вот так вот. Когда я скажу, соответственно, все забегут в центр и будут дуплить босса. Надеюсь, понятно. Так, Чёлкин, твоя задача будет на этой фазе следить за царем обезьян и турбойсом. То есть, если у них будет хп мало, то есть ты их должен будешь похилить. Шансунг и турбо. Этот сильно особо не дамажит. Иначе просто как его? Вас шотнет, БРов у нас нет. Дим, на 61% бежишь вот сюда. Окей. Ну, можешь вот сюда бежать. То есть, чтоб ветерки пошли, и ты пошел по траектории, ты знаешь. А вы куда будете текать? Мы в... Где крест?